Он сделан из металла и закален, как сталь. Он знает меня, а я горжусь им. 5490. Это мой новый магистральный сидельный тягач КАМАЗ. Если нужно работать и создавать, то он превращается в нечто большее, чем просто автомобиль. КАМАЗ – мой надежный партнер в работе. Знаете, без него мне было бы сложно. Иногда мне кажется, что он может сделать невозможное и даже больше. КАМАЗ заботится о моем комфорте. Это важно для меня. Порой я не знаю, что ждет за следующим поворотом. Снег, грязь, километры дорог, высокие нагрузки. Этот грузовик ничего не боится. В этом мы с ним похожи. Жена иногда говорит, что я до сих пор как мальчишка. Только машина теперь не игрушечная. Никаких игр. В моем КАМАЗе все по-взрослому. Мощный, выносливый, надежный. 5490. Моя работа, мое хобби, моя жизнь. Новый сидельный тягач КАМАЗ 5490. Яркий современный дизайн и функциональность. Оптимальные качества для дальних перевозок. Регулируемая рулевая колонка, два спальных места, кондиционер, дополнительная подсветка и автономный отопитель. Внутренняя высота кабины позволяет стоять в полный рост. Мощный дизельный двигатель Mercedes-Benz OM457 экологического класса Евро 5. Кабина автомобиля установлена на пневматической подвеске, что обеспечивает водителю высокий уровень комфорта. Передняя подвеска с малолистовыми рессорами и задняя пневматическая подвеска обеспечивают хорошую управляемость и высокую плавность хода. Ведущий мост с гипоидной главной передачей плавно передает высокий крутящий момент двигателя. Большой межсервисный интервал, невысокий расход топлива делает новый КАМАЗ экономичным при эксплуатации. Электронная тормозная система и система стабилизации позволяют сохранить устойчивость автомобиля в случае нештатных ситуаций. Система электронного управления задней пневматической подвеской поможет регулировать дорожный просвет. КАМАЗ 5490 – это мощь, интеллект, комфорт. КАМАЗ. Технологии победителей.